Всех приветствую на своем канале. Решил я покрасить мангал. Недавно приобрел. У меня видео есть на YouTube. Можете посмотреть. И встал вопрос, чем красить. Я нашел вот такую краску. Никогда не пользовался. Точнее, это называется лак для печей. Объем 100 миллилитров вместе с банкой 125 грамм. Вот как он себя покажет, я не знаю. Здесь я немного почитал, написано, что поверхность приготовить, почистить от ржавчины, нужно обезжирить, и потом можно пользоваться. Соответственно, я почищу мангал шкуркой, обезжирю, и потом уже попробую нанести этот лак, эту краску, термокраску на мангал, и мы посмотрим, как она ложится, хватит ли 100 миллилитров на такой вот мангальчик. Длина 60 сантиметров, высота от нижней части до верхней части около 20 сантиметров. Ну и днище еще, ну и ножки тоже желательно. Я по-быстрому приготовил, покрасил мангал. Он сейчас сохнет. Немного потемнела картинка уже вечер. Но мы его еще посмотрим при дневном свете. Я хочу сказать первое впечатление об этой краске. Потому что я могу забыть. Вот. Итак, значит, 100 миллиграмм. На мангал хватило, на ножки хватило. Минус этой краски: она очень быстро сохнет, она сохнет прямо мгновенно, то есть уже видно, есть просыхание. При этом я красил валиком, то же самое в чашке. Она засыхает практически мгновенно. То есть набрать и не спеша красить, и там доводить где-то что-то, какие-то микронюансики, не получится. Нужно работать очень быстро. Второй минус, ну, это скорее всего не краски, это валики. У меня они разбухли. Это поролоновые валики. Они были довольно плотные. Сейчас покажу. Вот такие валики были, они плотненькие, но как только я начал ими работать, они значительно увеличились в диаметре, вот такие вот прямо подушки, и начали немного даже рваться, при том, что я усилия не прикладывал. Поэтому если будете пользоваться вот этим пирозитом, имейте в виду, надо брать качественные валики. Ну, первое впечатление я отметил. Оставлю мангал сохнуть, и мы его еще посмотрим при более качественном освещении, когда он подсохнет. Погреем, конечно. Мне интересно, как краска себя поведет, не будет ли она там лучиться, вздуваться где-нибудь. И все это увидим уже в следующем кадре. Итак, в одно мгновение прошло чуть более суток. Почти двое суток мангал покрашен, и краска подсохла. Попробую показать ее. Вот так сначала. Поиграть немножко темнее, светлее. И попробуем на отсвет. Видно, при покраске некоторые вот такие пятна. Но это проблема не самой краски, а проблема в том, что я красил валиком. И, как я уже сказал, краска очень быстро застывает. Поэтому где-то пришлось там один раз валиком провести, где-то два раза. Но в целом вид, конечно, обалденный.
с расстояния полметра уже, ну, как бы вот этих оттенков никаких не видно. Если красить с пульверизатора, то я думаю, вообще будет без проблем, краска ляжет как заводская. Но для дома, как для мангалов, также для печек, состояние, опять же, там метр, полметра, уже ничего не видно. Еще раз покажу внутреннюю часть. Когда я готовил поверхность, я, кстати, обратил, что вот каких-то там микроточек накипи на мангале тоже нет. Сварщик, видно, автоматом варит или чем-то таким. Качественная аппаратура. Так, теперь осталось погреть. Мне интересно, что будет с краской. Также это будет двойное испытание, поскольку мангал огня не видел. И мне интересно, поведет его, не поведет. Но я думаю, что все будет хорошо, как с краской, так и с самой конструкцией. Итак, поджигаем. Итак, мангал уже около часа греется. Точнее, работает на полную катушку. В загрузке вот такие ветки были. По краю видно вот искажение, тепловая линза. Очень горячий мангал. Сейчас посмотрим с краской. Ну, я уже посмотрел. Вообще вопросов нет. Все четко держит. Не смазывается. Все прекрасно. Также, поскольку это самая-самая первая загрузка вот на мангале с двойным дном, можно еще глянуть, как он горит. Такое ощущение, что дна нет. Любые бревна, ну, прямо на ура залетают, нигде ничего не дымит и очень быстро и активно прогорает. Также скажу пару слов. Я красил мангал только с внешних сторон. Отсюда, отсюда. И я не красил внутри. Для этого есть две причины. Первая причина, он сам по себе естественным образом как бы закоптится и будет внутри черным. То есть в плане восприятия, да, в плане декора, он будет как снаружи черный, так же и внутри. А вторая причина, это то, что я не знаю особенности этой краски. Кто хорошо разбирается в химии, вы знаете, есть там всякие там катализаторы, которые способствуют соединению всяких там веществ, хотя при этом сами остаются целыми. Я не знаю, как эта краска будет вести себя с дымом от угля или там вот от дерева, с кислородом, там с металлом, как она будет взаимодействовать. Об этом производитель ничего не сказал. То есть можно, нельзя внутри мангала красить. Поэтому я воздержался. С эксплуатационной точки зрения, да, конечно, все прекрасно. И для бытового использования я могу ее рекомендовать. Ну, по крайней мере, на момент снятия вот этого обзора. Интересно будет ее понаблюдать через год, как она поведет себя. Но если она останется в таком же состоянии, вот как сейчас, то я скажу, что она годная и достойна вот для использования таких целей, как покраска мангалов, печей и других там теплонагревающихся поверхностей металлических. Я думаю, на этом все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, эта информация будет кому-то полезной.